Радио «Вера» представляет. Сегодня, 16 марта, Церковь вспоминает святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска, преподобную Пиаму, мученика Михаила Строева. Сегодня также праздник Волоколамской иконы Божией Матери. Икона Божией Матери Волоколамская – это список с Владимирской иконой Богородицы, находящейся в Успенском соборе Московского Кремля. Она была создана в 1572 году для Иосифа Волоцкого монастыря под Волоколамском. Предание связывает Волоколамскую икону с именем царского вельможи Григория Бельского, вошедшего в историю под именем Малюты Скуратова. Говорят, что в конце жизни он со слезами и глубокой скорбью каялся за свои злодеяния. Бывший опричник дал обет воздвигнуть храм в честь Пресвятой Девы и украсить храмовую икону венцом необычайной красоты. И действительно, одна из особенностей волоколамского образа – необычайно красивая корона, венчающая чело Богородицы. В летописях обители отмечается, что по молитвам к образу не раз происходили чудеса. Сейчас чудотворная икона находится в собрании Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в Москве.